Так, ну вот, наконец-то у нас клеточка встала на свое место. Вот такой обзор у нас по клетке. Значит, здесь у нас, мы еще не купили вторую ручку, прикрутится, будет выдвигаться. Там у нас поддон, очень хороший поддон. Теперь здесь одна сторона будет открываться, чтобы вот здесь вот на жестком поменять воду, поставить потолок у нас фольгопласт, подложка на фольге. Дальше идет пленка, теплый пол, лампочка, сетка. Ну, временно мы сейчас постелили им картонку, чтобы они привыкали. Посыпем немножко опилками. Здесь у нас вот такая вот кормушка. Одна сторона, значит, сетка. Одна сторона поликарбонат. Это пока холодно у нас на улице, в сарае. У нас тут, значит, в сарайке сейчас 10. Можно протопить печку. Вот, чтоб цыплят сегодня мы переведем. Так, это тоже у нас дверца большая, открывается. Из-за чего она большая? Из-за того, что у нас кормушка 80 сантиметров. Чтобы на всю можно было сделать кормушку. Вот, сейчас мы сюда насыпем. Здесь у нас бортик. Здесь у нас жестко полы. Сначала мы хомутами, а потом делали на саморезы. Потому что хомуты ненадежно, конечно, держат. Так что вот, вот такой у нас обзор. Фанера сантиметровая. Десяточка, так скажем. Так. И здесь все у нас вот такой обзорчик. Так, ну вот мы наших цыпочек переселили. Все им навье. Интересно. Наша чубаточка. Наш Петя, который кукарекает. Вот еще один Петя, который кукарекает. Вот они все. Боятся еще, пока боятся. Вот какой красавец Петя. Сейчас мы им водичку принесли. Сейчас мы им корм принесем. Мы посмотрим, как они будут кушать новые кормушечки. Вот, на которые уже вот залазим. Мы больше ничего не сможем сделать. Так, ну вот уже видно, что наши там цыпы кушают. Кто-то там попискивает. Сейчас глянем. Водичка есть. Тепло у них тут, очень тепло. Ну вот, теперь есть свобода тут. Так, ну вот у нас вечерний обход, кормежка. Значит, вот тут мы немножко подсыпали опилок сегодня. Всякие отходы, кашу, зерно. Так, и вот наши там цыплята теперь. Вот так вот выглядят. Красота у нас. Все накормлены. Яички мы собрали. Там петушков накормили. Сейчас мы посмотрим наших цыпушек на новом месте. Так, вот они здесь. Не жарковато, даже 26. Но у них там есть вот отдушины. Теплые полы мы выключили. Потому что как-то жарковато у них тут. Водичка есть. Корм есть. Сейчас еще поставим сухой, и все.